Катар рассчитывает вступить в НАТО. По мнению вице-премьера правительства, альянс мог бы оказать поддержку Дохе в борьбе с терроризмом. Как отметил политик, на данный момент армия Катара является одной из самых оснащенных в регионе. Напомним, ровно год назад обострился конфликт между Катаром и рядом других арабских стран, когда Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн разорвали отношения с Дохой, обвинив ее в поддержке терроризма. Ближневосточное государство назвало эти действия нападением на свой суверенитет и попыткой наказать Катар за проведение независимой внешней политики.